уже пели тамбовчанку. Дорогие друзья, от вас нужно хорошее, дружное... Куплет, короче, от вас песня нужна вся. Вы сейчас поймете все с полуслова. Однажды, сейчас похвастаюсь одной историей, однажды Александра Барыкина нужно было заменить на одном из концертов и спеть его песню. И когда его спросили, кто бы вместо тебя песню про букет бы спел, он говорит, пусть Лёшка Гомес поет. Еще 10 секунд самолюбования, секунду сейчас. Спасибо огромное. Вместе споем, да? Матвеечка, давай, наши люди готовы. Чувствуют, чувствуют. Спасибо большое.